Добрый день! Представляю вам женский рюкзак итальянского бренда La Moschina. Модель выполнена из искусственной кожи, современного экоматериала, прочного и приятного на ощупь. Изделия из него долговечны, он не требует специального ухода и долго будет выглядеть как новый. Частично поверхность прошита, что создает объемный геометричный узор. Вам понравится держать модель в руках. Подобная стеганая фактура – один из трендов сезона, что делает аксессуар актуальным. В основное отделение уместятся смартфон, кошелек, книга, футляр для очков и небольшая бутылка воды. В плоские внутренние карманы можно положить карты, ключи и наушники. Текстильная подкладка мягкая и приятная на ощупь, она прослужит вам долго. Рюкзак закрывается с помощью металлической молнии, ваши вещи будут в безопасности. На спинке есть две объемные лямки из экоматериала, они мягкие и приятные на ощупь. Вашим плечам будет комфортно даже при большом количестве вещей в рюкзаке. Длина лямок регулируется, изделие подойдет людям разной комплекции и роста. Сверху на модели есть ручка, с ней рюкзак можно носить в одной руке как сумку. Сочетайте этот рюкзак в стиле casual с удобной повседневной одеждой. Он будет хорошо смотреться с джинсами вашей любимой формы, объемным свитером и кожаными кедами. Им также можно дополнить джинсовое платье миди с длинными рукавами и босоножки на устойчивом каблуке. Модель представлена в черном, молочно-бежевом, красном, розовом и желто-зеленом цветах. Оцените качество вашего нового рюкзака La Moschina.